Сегодня депутаты Красноярского горсовета провели выездное совещание на центральном рынке. Его руководители еще раз заявили, что будут подавать апелляцию на решение районного суда о приостановке эксплуатации здания. Напомню, у проверяющих органов множество претензий к рынку. Роспотребнадзор считает, что там нельзя торговать, и зданию требуется капитальный ремонт. С этим администрация рынка не согласна, но представители управляющей компании сегодня рассказали депутатам, что все равно составили смету на работу и отправили ее на рассмотрение руководству в Москву. По их словам, на ремонт только одной кровли потребуется 9 миллионов рублей. Также они заявили, что пока не собираются закрываться. Народные избранники, в свою очередь, решили направить решение профильной комиссии собственнику. Это управляющая компания. Сегодня в месяц собирает денег, достаточных на то, чтобы все предписания устранить. Предписания это касаются ремонта пола, ремонта стен, ремонта крыш. Денег надо не так много, они вот сейчас говорят там, ну, по максимуму даже там чуть больше 10 миллионов. Они тут собирают за каждую лампочку. Ну, надо просто взять и сделать. Вместо этого они там поют какие-то песни про то, что собственник не дает денег, а собственника они, на мой взгляд, просто дурят, рассказывая, что здесь кругом враги, не дают им работать.